Народный депутат Иван Фурсин провел в Березовке прием граждан. На нем он получил множество обращений, как личных, так и коллективных. Практически все они касались социальной стороны жизни людей. Одно из таких коллективных обращений озвучил городской глава Валерий Григораш. Горожане просили народного депутата помочь наладить работу железнодорожной станции «Березовка». Нету на вокзале телефона, куда можно было позвонить, узнать расписание поездов и электричек. Также в ночное время вокзал закрыт, и людям негде ожидать поезд или электричку. Особенно это проблема в зимний период времени, когда холода, и люди на это жалуются. Через Березовку проходит ряд скорых поездов, в том числе Одесса-Москва, электропоезда Одесса-Вознесенск и Одесса-Березовка. Люди просят, и как бы, чтобы не сократили, не дай бог, не закрыли ЖД-станцию, потому что все-таки как бы узловая и много жителей. У нас город 10 тысяч населения, район 34 тысячи населения. В ходе обсуждения этого вопроса с участием помощников депутата в иных районах области выяснилось, что те же проблемы и в других населенных пунктах. Иван Фурсин дал поручение собрать все факты в единый документ, чтобы подготовить соответствующее обращение к руководству железной дороги. Лариса Смолер из села Ставковое Березовского района предложила депутату внести изменения в трудовое законодательство. Она 8 лет сама обрабатывает свой земельный участок, платит необходимые налоги и считает, что имеет право на то, чтобы эта работа была и засчитана в трудовой стаж. Нас очень много в деревне, в сельской местности работу официальную практически невозможно, мало рабочих мест. Поэтому мы должны сами за себя думать. Налоги платим, а как бы защиты никакой. Иван Фурсин пообещал изучить эту проблему и подготовить свои предложения для обсуждения на заседании профильного парламентского комитета. Глава Любашовской благотворительной организации «Рука помощи» Елена Дзюба подняла перед депутатом проблему материального содержания несовершеннолетних детей. Нецільове використання коштів при народженні дитини. Тобто ми вже в своїй праці, в роботі, ми відмічається тенденція, що більша половина коштів не йде по назначенню, а саме на дитину. І друге питання було, це те, що коли мама недобросовісно відноситься до своїх материнських обов'язків, її призупиняють виплату. І потім, коли її поновлюють в материнських правах, там всі це, вона всю цю суму, яку було призупинено, вони її всю повертають. І це досить велика сума. І знову все ж таки йде не за цільовим використанням. І хоча не всі пропозиції гостей були безспорними, Іван Фурсин согласився, що проблема нецільового використання дитячих грошей в країні дійсно існує. Депутат отметил, что необходимо изучить опыт соседних стран в этом вопросе, в том числе России, и только после этого предложить свой план действий. Очень много вопросов, которые мы должны еще со своей командой, экспертами, внимательно изучить, потому что они требуют еще проработки, а потом уже мы будем думать, как эти вопросы решать или путем депутатских обращений, или путем регистрации новых законопроектов в Верховной Раде. Подводя итоги личного приема граждан, Иван Фурсин отметил важность такого общения. Ведь практически за каждым из обращений к депутату стоит проблема множества людей, находящихся в похожих ситуациях.